Всем привет! В этом видео я хочу рассказать историю одного покойника. Это стопроцентная правдивая история. Я сама лично была свидетельницей того, что случилось. И прежде чем я ее расскажу, такой вопрос. Как вы думаете, ну, после того, как вы знаете эту историю, отомстила ли жена, или это просто, ну, случайность такая, случайное совпадение, скажем так. Кстати, если вы хотите знать, где я, это Малибу. Прекрасно в это время года. Так вот, работала я с одним еврейчиком в одном тут месте. Ну, он такой еврейчик, он американский, он из Нью-Йорка. Я бы даже сказала, что он не кошерный, ну, так сказать. Ну, он там не следовал этой еврейской такой традиции, там, религии. Ну, просто вот у него там фамилия была, ну, я бы сказала, и внешность. Ему где-то было лет под 50. Он занимал такую очень приличную должность в компании. И он был такой, ну, интеллигентный человек, умный такой, ну, такого плана. Но некрасивый внешне, честно. Вот. И он был женат на американской тоже женщине. Но эта женщина была кровей коренных жителей Америки, индейцев. Ну вот у нее, ну она тоже американка, но у нее вот была наполовину или там насколько-то она была вот эта вот коренная жительница Америки. В общем, короче, они были женаты долгое время, и, насколько я знаю, когда он на ней женился, то он ее взял в жены с двумя детьми от предыдущего брака ее, или брака, или там, я не знаю, отношения какие у нее были, но, короче, он на ней женился с двумя детьми, и этим детям в то время было очень мало лет. Там год, три, как что-то вроде этого. Я не знаю, я в то время его не знала. Вот. А когда эта история случилась, то детям было уже один, насколько я знаю, выпустился из старшей школы, а второй, ну вот в эту старшую школу ходил. То есть это два мальчика было. Вот, ну, то есть, короче, он как бы был им отцом, он их вырастил. А своих биологических детей у него не было. Ну вот. И извиняюсь. Ну вот, короче, он, значит, работал со мной и в одной компании. И вот мы в один день узнаем, что вот его жена, вот эта вот, она заболела очень серьезно. Она заболела раком, и где-то вот год она проболела, и она, к сожалению, умерла. Она умерла, и он остался, ну, вдовцом. Но вот когда эта жена заболела, то вот не только у меня, а у многих, кто вот с ним работает, ну, было такое чувство, что он как бы не может дождаться смерти этой жены. Но в чем это проявлялось? Это проявлялось в том, что он во время вот этой вот еще болезни начал так очень
рьяно ухлёстывает за всякими очень молодыми девками. Ну, такие вот 20 лет, 25, ну, у нас там на работе. А когда жена умерла, то, ну, буквально, знаете, вот труп еще не остыл, а он уже выставил дом, у них был такой хороший дом, совместный, на продажу. И он этот дом сразу же продал, а детей ее он отправил жить, вот этих вот мальчишек, он отправил жить какой-то то ли бабушке, то ли сестре там ее жены этой. В общем, он дал какие-то им там деньги, и, в общем, короче, их туда испроводили. То есть вот эти вот бедные дети, которые фактически остались вообще круглыми сиротами. У них мать умерла, ну и вот этот вот отчим вот так вот с ними поступил, то есть он просто выставил за дверь. А почему я это знаю? Потому что у нас на работе, вот при мне одна женщина там его спросила. Говорит, а ну как там твои сыновья? А он говорит, а у меня нет детей, не знаю. И все. И как бы он это даже не хотел о них и говорить. Ну вот, как только вот он продал дом, жена умерла, он начал ухлёстывать за этими девками, за молодыми. У нас на работе, там вообще одна девка у нас такая работала, такая очень красивая девушка, молодая. Он все к ней подкатывал до такой степени, что она уволилась. Она уволилась, она вообще не хотела, ну, ничего с ним иметь, и ушла на другую работу. И вот, приходит к нам такая девочка на практику, она пришла сначала, а потом ее взяли на работу. Такая молодая, там, 20 с небольшим, такая американка, ну, такая вот как бы наивная, недалекая, такая, ну, как бы не очень тихая такая, ну, неопытная. Короче, вот она пришла на практику. Ну, естественно, этот мужик, он начал за ней ухлёстывать, да причем так, что он вообще просто не давал ей никакого прохода. Там вообще и на ланчи он к ней там приходил, и после работы ждал, и постоянно с ней разговаривал. В общем, короче, просто он не давал ей никакого прохода. Это все знали. Ну, конечно, там сплетничали, то да сё. Ну, вот, короче, после где-то года такого напора проходит слух, что они поженились. И они действительно поженились. Ему было 50 с чем-то, с небольшим, а ей, наверное, 25. В общем, короче, там была такая огромнейшая разница в возрасте. И я знаю, что там говорили, что ее родители были вообще в полнейшем ужасе, когда они узнали, с кем она встречается. А когда они поженились, то ее родители вообще перестали с ней общаться. Они были настолько против этого брака. По-моему, там даже они были как-то младше вот этого вот мужика. Ну вот, короче, они поженились. Они купили дом себе в таком очень приличном районе. Ну, понятное дело, с его денег. Ну и стали жить. А причем эта девочка, как только они поженились, начала, как говорит наша одна проституточка, обезжиривать своего мужа. Она начала там, у нее там новая машина появилась, такая дорогая, Mercedes. Потом они начали там ездить во всякие там Парижи, там, туда-сюда, Лондоны. Одежда у нее сразу появилась такая, ну, очень дорогая. Вот. И в добавлении к этому, она, мне кажется, начала его напрягать по поводу своего продвижения по карьерной лестнице. Потому что она так быстренько начала сразу продвигаться. Там уже поработала, потом уже там ее на новую должность назначили, он ее там со всеми познакомил, но у него была такая хорошая должность. В общем,
короче, ее там со всеми познакомил, и она вот так вот раз-раз уже нам там-сям, нигде не задерживается, везде продвигается. Ну вот, и после этой свадьбы начали тоже происходить такие интересные вещи. Этот мужик вдруг попадает в аварию, причем довольно такую серьезную. Он ударяется там башкой о что-то, обо что-то и попадает в больницу. Ну вот, он попадает в больницу, ну вроде как ничего, вылечился, пришел обратно. Буквально проходит вот несколько месяцев, и он заболевает. Он заболевает очень серьезно менингитом. Причем очень-очень серьезно. Его положили в больницу. В больнице он там, я не знаю, провел достаточно такое долгое время. Потом его перевели домой. И он был фактически, ну, прикован к кровати. Он ничего не мог делать. Настолько вот серьезная у него была болезнь. Ну вот, когда он был прикован к кровати с этим менингитом, то вот эта вот девочка, его жена, она домой фактически не приходила. Она придет там, переспит и пошла дальше. В выходные она обычно куда-то там уезжала, чтобы дома не быть. Она ни хрена абсолютно там ничего ему не помогала, ничего для него не делала, не готовила, вообще ничего. То есть, как бы, она там, ну, такое было чувство, что она ждет, когда он помрет. Я почему это знаю? Потому что с ним работала, ну, с нами вот работала одна женщина, она это все рассказала нам, и она вынуждена была сама туда вот к нему ходить и ему там готовить, ему помогать. Потом она наняла ему вот реально сиделку, чтобы, ну вот, сиделка это ему помогала. Ну, она нам все рассказала. Говорит, ого, да, эта девочка, она вообще, конечно, ее там и дома-то не бывает. Ну, эта девочка, кстати, вот после этого замужества, она из такой вот тихой, скромной девочки превратилась в реальную суку. Она вообще испортила отношения со всеми. Она там очень стремительно себя продвигала там по карьерной лестнице, ее там все не любили. В общем, короче, так вот такая стала. Ну вот, этот муж ее, который лежит с менингитом, он где-то, я не знаю, ну, полгода точно провалялся. Наконец-то он оклемался и вышел на работу. Но это был вообще совершенно другой человек. Во-первых, он ходил с палочкой. Во-вторых, он был такой очень медлительный. Но он вообще превратился вот буквально в какого-то старика. Он выглядел, как будто ему было лет 65-70. А ему было, ну, 50 с чем-то. Он реально вот, ну, вообще очень сильно его эта болезнь подкосила. И он ходил с палочкой, медленно так. Ну вот, и доходят до нас слухи, что эта девочка, его жена, конечно, ей это не нравится, не понравилось, что он там жив, да еще в таком состоянии. Она начала его абьюзить. Причем настолько, что даже физически. Она, по-моему, его там побивала, в общем, короче, там такие отношения были, насколько я знаю, весьма ужасные. На такой степени она его абьюзила, что он подал на развод. Он подал на развод, и они развелись. Когда они развелись, то, я так поняла, у них был какой-то контракт, по которому, по этому контракту, большинство имущества отходило жене. Я думаю, что она, ну, из-за возраста не соглашалась выходить за него замуж без этого контракта. Но он по дурости его, наверное, подписал. Но я, это единственное, это мои предположения. Просто после их развода вот этого он оказался, она его, конечно, там, ну, ему подала на раздел имущества в суд, и они продали их дорогой дом, и он оказался в съемной квартире недалеко от нашей работы. Это такой, ну, вот, район, где я снимала вот эти вот уцененки американские. Ну, неплохой район, но не то, что где он жил. Причем квартиру он
съемная. У него была съемная. Она уволилась, ушла с работы. Ну, там вообще, конечно, сплетничали жутко. Она ушла с работы на более высокую должность и купила себе дом в каком-то другом месте, но в пригороде. Ну вот, и он продолжал работать, но он был в таком состоянии. То есть он ходил с палочкой и жил в съемной квартире. Без денег, как я понимаю, там, я не знаю, выплачивал ли он ей там что или нет. И вот где-то так продолжалось, наверное, с полгода. То есть вот он так вот оказался в такой ситуации. И в один прекрасный день он не пришел на работу. Ну вот, и не позвонил, ничего, ему там позвонили, телефон не отвечал, но там, конечно, поехали. В чем дело? Посмотреть. И, короче, нашли его мертвым. Он умер во сне. Я так поняла. Умер во сне. Не знаю, от чего. По-моему, там, наверное, от какого-то сердечного приступа. Я, естественно, не знаю, от чего во сне умирают. Но после такого стресса, который он пережил, я думаю, что это, наверное, какой-то сердечный приступ. Ну и все. Вот на этом история про этого покойника. Я думаю, что это его покойная жена таким образом ему отомстила за то, что он так отвратительно поступил с ее сыновьями, которых она, насколько я поняла, верила ему, потому что, ну, все-таки они были еще не взрослые. И вместо того, чтобы как-то им помочь, он их просто-напросто... Ну, выкинул на улицу. Ну, к родственникам каким-то. Я считаю, что жена каким-то образом ему вот так вот уделала. Вот интересно будет, что вы на этот счет думаете. Или это просто совпадение. Вот так получилось, что он просто, ну, заболел, и вот так вот все случилось.